7 апреля 1995 года, ровно 26 лет назад, в Пшихаврском ущелье Таджикистана 7-я сводная рота внутренних войск МВД Казахстана попала в засаду и приняла неравный бой. Группа вооруженных боевиков планировала прорваться на территорию Таджикистана с афганской территории. В результате однодневного 5-часового нападения погибли 17 казахстанцев. Еще 33 получили травмы различной степени тяжести. В 1995 году, 7 апреля, значит, принимало участие с Карагандинской области 3 военнослужащих. Один из них Темиртау. Темиртауский житель Салютин Евгений Владимирович. Данные, значит, родители и родственники данного военнослужащего на сегодняшний день, к сожалению, здесь не живут. Они переехали в Российскую Федерацию, проживают там. Солдаты и ветераны воинской части 55-16 собрались вместе для того, чтобы почтить память сослуживцев, павших на таджикско-афганской границе. День памяти сегодня отмечают во всех воинских организациях страны, чтобы каждый знал о доблести казахстанских героев. Когда я принимал участие в вооруженном конфликте, мне было 18-19 лет. Солдаты все были молодые. Никто из нас не сможет забыть то, что случилось. Мы помогали защитить границы соседнего государства. В то время это было нашей военной обязанностью. Мы служили достойно и героически выстояли нападение. В завершении мероприятия собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске с именами погибших солдат. Затем минуты молчания почтили их память. Анастасия Графа, Киркебол Кобекова, Сергей Баданин, новости Темиртау.